Уважаемые земляки, здравствуйте. Сегодня, 17 января 2019 года, у нас с депутатами Ивушиным Александром Николаевичем и Волгиным Рустамом Умаровичем состоялось небольшое совещание, на котором вышеозначенные депутаты сделали мне предложение прекратить голодовку в связи с тем, что цель, которая была поставлена, цель поставлена была не главу снять там или что-то еще, цель была привлечь внимание к проблеме выборов, к той проблеме, что выборы по факту не существуют, что должны быть прямые выборы, население должно выбирать себе руководителя, а никак не несколько людей, на которых можно нажать, надавить и так далее. Вот. Поэтому на данном основании голодовку я согласен прекратить, так как далее она теряет свою актуальность и смысл. Вот. Но руки опускать мы не собираемся. Будем бороться дальше еще активнее. Сделаем что-то вместе для нашего города и района. По-другому никак. Никак, поймите. Спасибо за внимание.